Всем привет! Второй день подряд мы уже захватываем два лагеря подряд. То есть на 9 часов вечера, в 7 часов по МСК, у нас стоит два лагеря. Я считаю, что это очень хорошее достижение, потому что там очень большое количество зомби. То есть можете сами посмотреть, 19 левела там 30 штук, и 16 левела там 450 штук, 480. В общем, 500 зомби, то есть 500 плюс 500, 1000 зомби мы убиваем за один подход. Я считаю, что это очень хорошее достижение, потому что мы... На предыдущем сервере, я помню, кланом не справлялись с пятым лагерем, если заходил не вовремя онлайн. А там было всего лишь, получается, около 600 или 650 зомби. То есть здесь мы смогли справиться сразу с двумя лагерями. Я считаю, что это очень-очень достойно. Ну, конечно, полностью потрачен весь хлеб, при том, что задействовано еще 20 хлеба на первый и второй отряд. То есть это по еще плюсам 40 выносливости. 20 на первый, 20 на второй отряд. На втором лагере я занял второе место, ну, в смысле, в призы за второе место, то есть вот мы можем посмотреть, здесь четвертое место у нас получается с первого по пятое. Соответственно, с первого по пятое мы получаем 40 клановых очков, 2 миллиона патронов, ну и все остальное, в принципе, одинаково. И на втором лагере, где-то он здесь был. И на втором, соответственно, лагере я почти занял первое место. Я попал в шестым, но раньше времени улетел, и поэтому занял это место. Давайте посмотрим, что мы насобирали. В общем, мы убили целую кучу ходячих. То есть это за два лагеря. То есть так почти миллион ресурсов, если усреднить, и 250 миллионов патронов. И плюсом здесь по 4 миллиона помидор и дерево, по 2 миллиона мяса, воды и 3,6 миллиона патронов. Это вообще мега круто. 76к. клановых очков. То есть вот такие вот достаточно большие призы. Я считаю, что это очень-очень достойно за два сообщества. Плюсом у нас тут еще вот это пятое сообщество, ой, пятое лагерь, и вот здесь вот еще четвертый лагерь. То есть в ближайшее время мы еще захватим лагеря. Просто пятый на данный момент он недоступен, он откроется через два дня. Ну и плюсом мы сейчас вот еще вот к этим двум лагерям идем. Поэтому нужно быстренько все строить. Сейчас мы этим и займемся. Тут 22 минуты как раз осталось.